Мальчишки, какой главный мужской праздник к нам приближается? 23 февраля – День защитника Отечества. Потому что война была не такой уж и легкой для победы, так сказать. И поэтому, чтобы такое важное событие не забыть, люди придумали праздник 23 февраля – День защитника Отечества. 23 февраля – это праздник, который посвящен солдатам. Я думаю, то, что этот праздник не посвящен, а появился так, то, что на войне воевало больше мужчин, и поэтому этот праздник так и был создан. Впервые праздник 23 февраля отмечался в 1918 году и был посвящен формированию Красной Армии. А также он был посвящен победой Красной Армии над Германией, под Псковом и Нарвой. Девчонки, а каким должен быть настоящий мужчина? Наверное... Сильным, смелым, умным. Любимый, вот еще быть мой, еще его и голоса не совсем. Романтичным. Стильным. Галантным. Находчивым. Девочки, а что бы вы пожелали нашим будущим защитникам? Я желаю стать достойными мужчинами. Я хочу пожелать вам быть верными своей семье и стране. Я вам желаю, чтобы вы были сильными, здоровыми, чтобы вы защищали нашу страну и всех в нашей стране. Желаю найти такую же красотку, как и я. Желаю тебе стать супер-мега-крутым и зарабатывать кучу денег, желательно биткоинов. Желаю дерзких открытий и много друзей. Квартиру, машину, путевку на Бали, яхту, дом. Желаю вам вдохновения, чтобы каждый день был вашим.